На территории Челябинской области появится новый транспортный коридор. Он пройдет через Троицк, Южноуральск, Челябинск и соединит страну с Китаем. Об этом договорились накануне областные власти и бизнесмены из Китая. Стороны обсудили проект создания крупных логистических центров на Южном Урале. Планируется организация сотрудничества по выстраиванию взаимодействия наших торговых компаний, строительству сети терминально-складских комплексов для приема, сортировки и обслуживания товарных потоков, которые идут через Челябинскую область. Транспортный коридор поможет китайским промышленным компаниям развивать свой бизнес на Южном Урале. Серьезный проект по сборке микроавтобус и легкотоннажные грузовики будут собраны здесь, на Челябинских заводах. Для подписания соглашения по строительству транспортного коридора южноуральская делегация поедет в Китай.